Всем привет, это видеоверсия сайта Tarantas News, и сейчас расскажу вам о рейтинге лучших моторов 2020 года. Несмотря на рост интереса к гибридным и электрическим силовым установкам, поклонники традиционных ДВС не думают сдаваться. Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг лучших моторов, составленный экспертами американского журнала Words Out World. В конкурсе рассматривали 34 двигателя, которые оценивали не только по техническим характеристикам, но и по впечатлениям журналистов от поездок на автомобилях, оснащенных этими моторами. На первой строчке оказался BMW M340i, под капотом которого трехлитровая 387-сильная рядная турбошестерка B48. На вторую строчку эксперты поставили Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC, который приводится в движение гибридной установкой, состоящей из трехлитрового M256 мощностью 367 лошадиных сил и 500 ньютон-метров крутящего момента и 22-сильного электромотора. Замыкает тройку лидеров трехлитровый V6 семейства Pentastar мощностью 309 лошадиных сил и 365 ньютон-метров крутящего момента, который работает как часть гибридной системы e-Torq и уже год ставится на пикап Ram 1500. Его преимущество – небольшой расход топлива и тихая работа. Четвертое место занял Ford Mustang High Performance Package с четырехцилиндровым турбомотором объемом 2,3 литра от Focus RS. Отдача агрегата составляет 336 лошадиных сил и 475 ньютон-метров крутящего момента. Также в первую пятерку попал пикап GMC Sierra с 281-сильным дизелем Duramax объемом 3 литра. Его отметили за тихую работу и взрывную динамику. В десятку лучших моторов следующего года также попали V8 LT2 с объемом 6,2 литра с отдачей 502 лошадиные силы от нового Chevrolet Corvette Stingray, двухлитровый 215-сильный гибрид iFTEC от Honda Accord, Hyundai Kona Electric со 150-киловаттным электромотором мощностью 204 лошадиные силы, турбомотор DGDI рабочим объемом 1,6 литра мощностью 180 лошадиных сил от новой Hyundai Sonata и двухлитровый двигатель VC Turbo от Infiniti QX50 и Nissan Altima, который, выдавая 251 силу и 370 ньютон-метров момента, может менять геометрическую степень сжатия. На данный момент у меня все. Больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!